столько проводов, столько микрофонов, столько инструментов. Надо все суметь собрать, как-то действительно любить это дело и всем этим заниматься, это, конечно, просто сказка. Волшебство. Этот инструмент, он поет. Он очень обладает красивым, богатым, певучим звуком. Большое удовольствие на нем играть. Ну, я думаю, здесь можно писать все, что угодно. Любую музыку, джаз, все, что угодно. Камерную музыку, вокалисты, пианисты. То есть в любом составе. Я думаю, в своем роде она действительно единственная. Здесь есть пульт, которого в России больше нигде нет, например. Пьеса, которую мы играли, вот входит в один из проектов, который мы сейчас заканчиваем делать. То есть уже запись совершена, но осталось там какие-то вот такие монтажные работы. Проект этот делается для ленты, не для диска. То есть это вот немножко странно, наверное, звучит для многих, но это совершенно другое звучание. Я свидетель. Не в первый раз работаю с этими звукорежиссерами в этой студии. И мне нравится, я думаю, что я буду возвращаться каждый раз, когда мне это будет необходимо. И здесь доставляет удовольствие работать. Мне очень нравится находиться в Кирове. Здесь добрые люди в своей вот в основном. И это очень благоприятно воздействует даже на нервную систему мою. Конкретно. И, в общем, я получаю огромное удовольствие от этих визитов.